Всем привет! Сегодня внутри лишь сам компрессор и инструкция по применению, которая, кстати, переведена на русский язык. Насос выполнен полностью из качественных материалов. Его главной особенностью является цифровой манометр и дисплей. Спрятан он под темным пластиковым окошком. Также на лицевой панели находятся 4 кнопки, которыми можно менять единицы измерения и выбрать необходимое давление, по достижению которого компрессор автоматически отключается. Благодаря этой особенности